Орден Красной Звезды. Советская воинская награда учреждена 6 апреля 1930 года. Изготавливалась из серебра. Вручалась за особые заслуги в деле защиты Родины, как в военное, так и в мирное время. Орденом Красной Звезды награждались и отдельные военнослужащие, и воинские части. Среди кавалеров ордена есть иностранцы. Иван Семенович Крошка родился в 1925 году в Октябрьском районе Амурской области. В 1942 году в неполных 17 лет был призван на фронт. В должности шофера прошел всю войну. Участвовал в освобождении Прибалтики, дошел до Берлина. В 1944 году при форсировании Вислы его полк предотвратил наступление немцев, приняв на себя их огонь. За это Иван Семенович был награжден орденом Красной Звезды. За годы Великой Отечественной войны орденом Красной Звезды награждены 2 миллиона 860 тысяч человек.